Доброе утро. Сижу уже на работе. Сегодня тянула такие большие сумки. С меня знакомые смеялись. Я говорю, я как цыганская лошадь в цветах и в мыле. Мне сказали так, что лучше быть цыганской лошадью, чем вьючным осликом. В общем, на этом мы начинаем день. Thank you.
уже дома, на работе все переделала, набрала еще с собой, чтобы вечером не скучать. Нужно все подошивать. В общем, сейчас приступлю. Но хотела показать, сегодня была детская гуманитарная помощь. Привезли вот на ребенка детскую гуманитарную. Свиная тушенка 400-граммовая. Написано шпроты, но нарисован сельдь, филе. Не знаю, не открывали. Три яблока. Ой. Три яблока. Апельсин. И два гостя этой гуманитарной помощи. Это из серии «Нежели богато, нечего и начинать». Два баклажана. В общем, такая вот гуманитарная помощь. Это из той серии, что мы эти баклажаны как бы в такое время, май месяц, и покупать не думали. Но благодаря гуманитарной помощи у нас есть два баклажана. Мы будем их готовить. Не знаю, что мы будем жарить или варить, или что мы с ними будем делать, но что-нибудь придумаем. Ну, такие. Среднего размера. Может, пожарим. Вот так сегодня привезли. Так что... А я иду работать. Картошка прям колосится уже полным ходом. Уже скоро нужно будет ее пропалывать. И укроп повсходил. Тут вдоль дорожки пропололи ее. Чуть-чуть первый рядочек. Но прям кусты уже очень большие. Вишня. Ой, вот такого вот размера. Ну, завязалась вишенка. Погода, конечно, стоит холоднючая. Посадили помидоры, кто бы знал, что так похолодает. Посадили, и они бедненькие, мерзнут. У нас, кстати, погода так и не наладилась. Ходим в куртках, руки мерзнут, ноги мерзнут. В феврале ходили почти уже в весенних ботинках. Сейчас ходим в весенних ботинках, ноги мерзнут. Это вообще. И вот это помидоры посадили тоже. А помидоры что-то вообще замерзают. И цветет плохо яблони. Яблок, наверное, в этом году не будет. Вот так вот. И ничего не хочет цвести, потому что, наверное, потому что холодно. Это вообще, кому рассказать? Шутка дня. Выходим на огород поливать помидоры в зимних куртках. Представляете? Холодина какая. Пришла в палисадник посмотреть, что случилось с персиком. В общем, мы выяснили, от холодной и затяжной весны, от того, что она холодная, вот такие вот на персике, вот такие вот покрученные листья. Что-то он цвел, и получились, в общем, ничего, наверное, и не завязалось на нем. Такие вообще страшненькие листочки и покрученные, а ему нужно тепло, а тепла нет. В общем, такие. И скоро зацветут пионы. Сейчас покажу. Вот такой вот огромный куст. Не помню, или красные у нас здесь пионы, или розовые. Вот такой большой куст. Скоро собирается цвести. Тюльпаны стоят. Эти уже цвели. Нужно будет повыкапывать. А эти стоят
Ну что, я так далеко показываю. Сейчас подойду ближе. Чтобы не затоптать. Вот такие красивые, но тоже стоят закрытые из-за холода. И расцвели здесь желтый тюльпан. Он прям такой. А это розочки стоят. Красные скоро будут зацветать. Здесь вообще красота будет. Розы здесь вообще обалденные. И вот эта кустовая, она, вот она, большая кустовая роза, вырастает выше забора. Здесь вот такой вот забор. Вырастает выше забора, и прям цветы выше забора. И еще пенечек. Слива раньше была вкусная, но тоже не годится. В общем, уже она вообще никуда не годится, потому что ее спилили. А это здесь вот такая прям семейка желтых тюльпанов. Стоят, не раскрываются, потому что нет солнца. И все холодно. И холодно. А у соседей зацвела вот такая вот сирень. Понюхайте. Очень пахнет. Ну, ароматная, да. Но она такая вот какая-то. Маленькими и лысенькими листочками стоят. Больше видны палки. Но такая красивая. И, кстати, вот я подошла поближе. Высматриваю. Здесь нет пятилистных этих цветочков. Повезло соседям с их сиренью, потому что было бы уже сломано. Меня не покидает эта идея загадывать желание на сирень. Вот. А так вообще вот небо затянуто тучами какими-то. И очень холодно. Вот я стою на улице и мерзну. Ну и как же не стать и не заснять видео возле такой вот красоты, красивой сирени. Приложить там волосы, я не знаю, куда ее прикладывать. Это все, конечно, шутки. В общем, что хочу сказать. Хочу пожелать вам мирного неба, всего доброго, чтобы ваша жизнь была такой яркой, как цветущие цветы весной. Всем пока. До завтра.